Откуда вы узнаете, как правильно сориентировать работу? Ну, я начинаю ее правильно ориентированно и делаю. Потом, когда она где-то отстоится, я вот не подписал, и потом думаю, как. Ну, вы-то ладно. Как? А вот как человеку, допустим, музейному работнику? Вот будет ваша работа в музее в Лувре, и люди будут, а вот вы забудете подписать, и что? Да, и я скажу, на свое усмотрение.